«Зоопатруль» – уникальный проект телеканала «Самара ГИС» и ветеринарного центра «Флагман Вет». Многочисленные ушибы, множественные кровопотеки, да, на собаках были обнаружены. Съемочная группа вместе с зоозащитниками выезжает туда, где бездомным животным требуется помощь. Такие места находят, откуда они не могут самостоятельно вылезти обратно. Мы расскажем о том, как спасают собак, провалившихся в погреба, колодцы и другие подземные сооружения. Там действительно была настоящая спасательная операция. Следующий выпуск 18 июня в 19:30.